Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на воздушную дрель Barnschun для удаления пятен точечной сварки. Кейс в AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов». По ссылке под этим видео нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 11 марта 2019 года. И такой девайс имеет стоимость $260.80. Доставка в Россию платная. $32.89. И в итоге стоимость для России будет $293.69. Ну, вот видите, вот здесь есть уже и кейс, как бы удобная вещь. Ну вот такой воздушный. Как это? Точечно-клепочно-высверливающий инструмент, да? Ну, посмотрим теперь стоимость доставки в другие регионы. Беларусь. $94.27. Казахстан. $94.27. Украина. $94.27. Но вот кроме России у всех доставка одинаковая. Так что вот такие цифры на стоимость и доставку такого девайса. Вы были на канале «Пояс ручных и электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.